Добрый день, друзья! С вами Сергей Строкань, политический обозреватель с комментарием на портале «Москва-Баку». Сегодня мы с вами попытаемся разобраться в том, как интерпретировать последние договоренности между лидерами Армении и Азербайджана, которые были достигнуты на трехсторонней встрече в Брюсселе с участием председателя Европейского совета Шарля Мишеля. В чем, собственно, состоят разногласия, недомолвки, двусмысленности. В общем, попытаемся разобраться в том, что мешает разблокировать транспортные коммуникации и прийти к общему знаменателю по многострадальной проблеме Зангезурского коридора. Итак, я хочу начать с того, что контуры будущего мирного урегулирования на Южном Кавказе становятся все более четкими, а предыдущие договоренности обрастают новыми решениями, которые конкретизируют смысл трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении, которое было подписано 9 ноября 2020 года, положив конец Второй Карабахской войне. И вот подтверждением этого движения вперед, конечно же, стала состоявшаяся в Брюсселе армяно-азербайджанская встреча в Верхах, которая приходила при участии, при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Хочу напомнить, что вот за последние полгода это уже была вот такая третья встреча в таком формате. Две предыдущие прошли 14 декабря прошлого года, мы с вами это обсуждали, и 6 апреля этого года. Вот что это все значит? Три встречи за полгода. Это говорит о том, конечно же, что переговорный процесс при международном посредничестве набирает обороты, нравится это кому-то или нет. Причем, как оказалось, смотрите, его ведь продвижение вполне возможно и даже успешно без всякой минской группы ОБСЕ, при которой, как мы с вами знаем, все как раз стояло и все никуда не двигалось, а теперь начало двигаться. Трехсторонняя встреча в Брюсселе, и вот на этом хочу сделать особый акцент, стала тем редким, может быть, даже редчайшим по нынешним временам случаем, когда дипломатические усилия России и Европы не противоречат друг другу, не сталкиваются, а друг друга дополняют. И отрадно, конечно, что, обсуждая различные вопросы, связанные с урегулированием, стороны не пытались какой-то изобрести велосипед с квадратными колесами, отойти от прежних договоренностей, достигнутых при посредничестве Москвы. В итоговом заявлении главы Евросовета Шарля Мишеля, конечно же, прямых ссылок нет. Прямых ссылок на решения, которые были приняты при посредничестве Москвы. Мы понимаем, почему. Однако, если прочесть его заявление внимательно, очень внимательно, то можно прийти к выводу, что ведь Шарль Мишель говорит о тех же вещах, которые Ильхам Алиев и Никол Пашинян ни раз, ни два обсуждали с российским президентом Владимиром Путиным. Так. Шарль Мишель с удовлетворением констатировал, что стороны согласовали принципы, регулирующие транзит между Нахичеванью и остальной частью Азербайджана и между различными частями Армении через Азербайджан, а также определили порядок международных перевозок. Кроме того, стороны договорились о принципах управления границами, а также о таможенных правилах, которые становятся все более актуальными в связи с предстоящим разблокированием транспортных коммуникаций. От этого никуда не уйти. И вот этой работой уже в ближайшие дни займутся вице-премьеры двух стран. А они, как мы с вами знаем, как известно, встречаются где? В Москве при российском посредничестве. Таким образом, центральную роль России в урегулировании на Южном Кавказе в Брюсселе никто не оспаривал, никто это сделать не мог. Это было сделать невозможно. И уже после встречи с участием Шарля Мишеля, главы МИД Азербайджана и Армении, обращая особое внимание на это, провели телефонные разговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и проинформировали его об итогах трехсторонней встречи. Ну, конечно же, все это, повторю, не может не обнадеживать. Вот это, собственно говоря, есть то самое зеркало сегодняшнего мирного процесса на Южном Кавказе, который к
конечно же, имеет свое зазеркалье, да, есть свое зазеркалье в виде неутихающих протестов в Ереване, участники которых называют Никола Пашиняна предателем и добиваются его ухода ровно за то, что он делал на этой неделе в Брюсселе. А до этого за то, что он делал в Москве и в Сочи, общаясь с Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным. И тем не менее, в зеркалах возникают и рябь, и помутнение. Это тоже реальность. И подтверждением этого стал тот спор, или та, скажем так, война интерпретаций ряда договоренностей, которые были достигнуты в Брюсселе. В телефонном разговоре с турецким президентом Эрдоганом Ильхам Алиев сообщил о достигнутой в Брюсселе договоренности по многострадальному Зангезурскому коридору, включая создание железнодорожных и автомобильных путей, что позволит связать Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой через Сюникскую область Армении. В дальнейших планах Баку соединение Зангелана с западным Зангезуром, а затем с Нахичеванью и Турцией. Однако армянская сторона в вопросе о Зангезурском коридоре стала как-то быстро отыгрывать ситуацию назад. Посмотрите, что происходит. Сначала сам Никол Пашинян в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном в целом оценил встречу в Брюсселе положительно, но сделал особую оговорку, что, дескать, уже после встречи, как он сказал, прозвучали какие-то комментарии, которые не имеют связи с содержанием обсуждения. Что его так напрягло, было непонятно, но это пояснил секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян. И вот по его версии, в Брюсселе стороны вообще не договаривались об открытии транспортного коридора через территорию Армении, а все договоренности якобы касаются разблокирования региональных коммуникаций. Вот что он заявил, я цитирую. В позиции Армении ничего не изменилось. На территории Армении не может быть дороги или транспортного пути в логике коридора. Все договоренности, которые достигнуты в Брюсселе, касаются открытия региональных коммуникаций. Конец цитаты. Это заявил Армен Григорян. Но смотрите, при этом он признал, что при разблокировании региональных транспортных коридоров Азербайджан с его Нахичеванской автономией через армянскую территорию может соединить не коридор, а что? Дорога. А, так вот оно что. Что же получается? Получается, что Армения выступает за логику разблокирования коммуникаций, но при этом она выступает против логики коридора, и при этом она согласна с логикой дороги. Лишь бы это не была логика коридора. Вот такая витиеватая получается конструкция. Сложно понять. Но давайте все-таки попытаемся разобраться. Итак, что такое коридор? В сущности, коридор – это то же самое, что и дорога. Коридор – это некий путь, маршрут, соединяющий одно место с другим, один регион с другим. И чтобы что-то разблокировать, не имея транспортного маршрута, нужно иметь какой-то маршрут. Без дороги или коридора сделать это невозможно. И неважно, как это будет называться. Будет это называться коридор, или дорога, или путь, или тракт, или шлях, или, я не знаю, путь, это даже будет называться тропа. Неважно. Нужен некий маршрут. И вот альтернативой логики коридора может стать что? Только логика тупика. Откуда не выйти. Но поскольку выражение «Зангезурский коридор», как мы знаем, в сознании армянской оппозиции устойчиво ассоциируется с инициативами Азербайджана, с которыми нужно бороться, то оппозиция в Ереване, конечно же, говорит коридору «нет». И то же самое, как мы видим с вами, делает, оглядываясь на свергающую его оппозицию, Никол Пашинян и его окружение. Между тем, самое главное состоит в том, что в условиях Южного Кавказа будущий коридор – это ведь не только способ коммуникации, но это важнейший инструмент мира и долгосрочного сотрудничества. Вот давайте это признаем. Отрицать это бесполезно. Если кому-то так будет спокойнее, хорошо, давайте мы с вами назовем это все
Зангезурской дорогой мира. Ведь суть-то от этого не изменится. Разблокировать регион нужно, а не загонять его в тупик. И логика тупика и тропа войны должны ведь остаться в прошлом. Это был Сергей Строконь, политический обозреватель с комментарием на портале «Москва-Баку». До новых встреч, друзья!